произвол в Каланице. В родном селе кандидата на пост кишиневского мэра Дарина Киртуака избирательный участок не закрывали еще около часа после окончания работы всех участков. По мнению наблюдателей, члены избирательной комиссии нарушили закон. Закрыть участок они обязаны были в 21:00 и ни минутой позже. Скандал в родном селе господина Киртуака не сюрприз для наблюдателей. Наблюдатели от молодой Молдовы ожидали провокаций, но не столь грубых нарушений законодательства. Вот на этом видео наблюдатели пытаются убедить председателя избирательной комиссии в том, что надо закрыть участок, хотя на часах уже 21:20. А почему участок еще не закрыт? Участок не закрыт. Он должен сейчас закрыть избирательный участок. Здесь должен идти подсчет бюллетеней. Почему не идет подсчет бюллетеней? Почему? Как вас зовут? Промулекс, вы должны заниматься тем, что следить за законом. Чем вы занимаетесь? Позор, нарушение. Довой требует Сенкидец, доковой респектат следует, требует Сенкидец, секция депутатов. На видео видно, что на участке не было избирателей, а значит и не было повода оставлять открытым избирательный участок. Инкидит секция депутатов, акум. Да. Ее ворот, власть лок. Унди полиция, есть и полиция. Кимац полиция. Значит, учительство в полиции. Пентрюха требует Софии Инкисы. Лаода нова. Были только сельчане во дворе участка. Наблюдатели пытались убедить полицейских, но они спешно удалились. Скажите, пожалуйста, почему не закрыт избирательный участок? Причина Стенкиса секции депутата. Домну полицейст. Где вы души? Домну полицейст. Дичену есть Стенкиса секция депутата. Лишь 21:45 активисты молодой Молдовы добились закрытия участка. Гад, Инкиди, суша, секция депутата есть Инкиса. Секция депутата есть Инкиса, гад.